А жители Лондона сегодня выбирают нового главу города. За кресло мэра борются 12 человек. Однако основное противостояние развернется между консерваторами и лейбористами. Среди лидеров Садик Хан, согласно последним данным соцопросов, за этого политика пакистанского происхождения готова отдать свои голоса почти половина определившихся с выбором. К слову, Хан выступает за сохранение Великобритании членства в ЕС, в то время как его главный оппонент за Голдсмит за выход. Результаты объявят завтра вечером. Отмечу, в случае победы Хана, он станет первым представителем этнического меньшинства на должности мэра Лондона.